Партия «Единая Россия» продолжает принимать заявки потенциальных участников избирательной кампании в Государственную и Губернскую думы. Уже известно, для участия в предварительном внутрипартийном голосовании документы подали действующий депутат Виктор Казаков и известный самарский артист Сергей Войтенко. Еще двое партийцев – это молодой электрик из Тольятти и пенсионер. Каждый потенциальный кандидат должен посетить как минимум две площадки дебатов. Документы претендентов принимаются до 10 апреля. Предварительное голосование пройдет по всей стране 22 мая в Самарском регионе сразу на 355 участках. Мы пытаемся создать максимальные условия комфорта для человека, который пришел, чтобы тот стресс, который он испытывает, подавая документы или встречаясь с каким-нибудь чиновником, у него не был здесь, в партии. То есть партия должна быть чистая и свободная.